Как можно угадать, что может понравиться в каждый конкретный день? Это непредсказуемо. Вот сейчас мы попробуем. Это впервые такое будет у нас. Значит, рассказывай. Знакомая уже самбо. Сейчас будет звучать музыка. Угу. Какие-то движения базовые уже известны. Прямо во время танца, который Катерина будет нам исполнять. Ага. А члены жюри, те самые, настоящие, они у нас на связи. Егор Дружинин, Николай Цискоридзе, Дарья Златопольская. Прямо сейчас с нами на телефонной связи, прямо во время танца, они будут говорить, как нужно в моменте поменять танец, чтобы стало еще лучше. И нужно быстренько успеть подстроиться и сделать это. Катерина. Как интересно. Не то слово. Попробуем. Обувь-то у меня, конечно, для танцев не очень подходящая. Ну... Я думала, я вас буду учить танцевать. Нет, это невозможно. Я опять приехала это тренироваться. Невозможно физически научить меня танцевать. Я недавно очень... Меня Егор Дружинин пытался научить, и он после этого говорит, нет, я выйду. Вы просто не знаете, как его готовить. Выйду на Россию, танцы со звездами нет, это невозможно. Попробуем. Давайте попробуем. Прошу. Итак, позиция. Значит, на всякий случай. Я попросил, техника позволяет. Комментарии звезд будут дублироваться на экране. Угу. Чтобы ну, было видно, что нужно делать. Вот. Да я тоже. Если что, я могу где-то сзади. Как вообще самбо? Партнер где находится? Просто чтобы было рядом. Партнер, да? Обычно всегда рядышком. Я все испорчу. Ну, кроме... Я буду вот чуть сзади. Я буду вот здесь. Чуть сзади тоже вот я буду немножко шевелить бедрами. Итак, пожалуйста, музыка. И тут. Ну-ка, Ну, давай. Это я по такой... Надо вращаться. Хорошо. Надо прыгать, говорит Цискоридзе. Надо прыгать. Надо прыгать на пальцы, говорит Цискоридзе. Надо делать сложные трюки. Ага. Ну, это я да. Сейчас не неплохо. Смогу. К самбе не имеет никакого. Так, дальше. На максимуме суровый модерн. Неплохо. Как это делать? Контемп пошел. Так, хорошо. Суровый модерн видел. Дальше. Годунов стайл. Что это? Что это такое? Без фанатизма, спокойно. Без фанатизма, хорошо. Так, дальше. И тут же сразу... Зафиксировать умение изображать собачку? Надо зафиксировать умение изображать собачку. Спиной идешь. Хорошо. И... Я хочу слышать соловья. Цискоридзе хочет слышать соловья. Я не умею петь соловья. А вот они уже пошли. Так, и наконец... Приятно сказал. Разбираться, может, лучше раздеваться? Танцы со звездами на телеканале. Мне кажется, вот это потом вырежут и будут в качестве трейлера показывать. Интересно. Сейчас мы садимся, давай как в фигурном катании. Садимся. Тренер, подопечная, дышим тяжело. И жюри должно нам сейчас, должно сказать, как им понравилось. Да? Вне зависимости от результата, это очень хорошо сделанная работа. Это очень приятно. По количеству способностей, дарования, красоты никто рядом встать не может. Мы сделали это. Спасибо огромное. Ребята, мы шли к этому просто часы работы. Вы меня зарядили, вы просто мне создали сейчас визуализацию, подсказали мне. Вот. Я теперь ночами буду ложиться спать и представлять это. Мы потом этот кусочек записи, мы потом присылайте, программируйте меня. Возможно, именно так будет выглядеть следующий сезон танцев со звездами на каком-нибудь федеральном канале.